Ну что, друзья, мы начинаем второе отделение нашего мармезонского балета. И первым выступит на этой сцене самый любимый, народный, замечательный, веселый артист Игорь Зорин. Так, я все-таки в студенчество обратно себя закинул, вы-то все попели своих студенческих песен, но я-то еще не успел их, поэтому долго думал, что такое спеть, чем пели вообще студенты. Но начну вот такой с академической такой своей песни. Я выступал в разных фестивалях, у нас просто здесь представители, значит, всяких международных фестивалей, лауреаты, дипломанты. А я что-то как-то все время в пролетариях там, все время в пролете был. Но на одном фестивале вдруг мне неожиданно говорят: вы лауреат. Вот с этой лауреатской песней я сейчас выступлю.